Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение FFA сериала «За Россию» Sidmer Civilization 6 Rise and Fall. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу или есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Это была Пангея ведь? Да, заключить. Это явно 30 ходов, есть. Да? Чудесное чудо очень. Столение на эти две промки и две культуры. Рядом еще один олень, примерно такой же. Хороший олень. Хороший. Кстати. Держись, там немец, ты должен выжить. Торговец. Или кто это был? Да, торговец. Правда, денег я тебе больше дать не могу, потому что я так для себя очень потерял много. Но ты держись. Так, значит, меняем здесь на кавалерийские юниты. Кстати, фишка с гешками на островах может и прикольная, наоборот, она как бы поощряет тех, кто пытается выходить там какие-то кораблики и плавать, изучать. Не прикольно. Нет, не поощряет. Тут единственное поощрение, если ты, если у тебя, скажем так, под столицей гешка, ты молодец. Если она где-то от тебя далеко, ты ее не нашел, и она запрятана, ты не можешь туда дойти. Ну извини, братан, тебе не повезло по жизни. Позитивненько звучит. Да. Может, тут мне кампус строить? Ну, я считаю, что первые гвешки, которые ты находишь, получаешь посла, они очень много решают. Согласен, особенно если это золотые или... Это любые, на самом деле, мне кажется, даже военные. Да нет, золотые как раз так себе. Там эти 4 голды. Может уже пересаживать Магнуса? Давайте пересадим. Религиозная пересадим Магнуса в Смоленск. Если бы, кстати, я не нашел Карфаген, меня бы варвары, наверное, забрали к ним, город бы сожгли. Питер отправим Пингалу. Там был возле нас с тобой. Их а Рейну... Оно прям очень жестко спаунило. В Ярославле, наверное. Так, строим правительственную площадь. Ты уже придумал, что можешь брать в религию? Да нет, еще особо. Я не знаю, что вы забрали. Ну, точнее, я не смотрел, что вы забрали. Я еще ничего не взял. Ну, Россия взяла то, что я ожидал. Россия. Что там хорошего? Ну, я, получается, религию беру. Ну я посмотрю, я пока, честно, не знаю. Ну, по-моему, хорошего-то ничего почти не осталось. Там, а, иезуитское образование, да? У тебя же Скидон, кстати. Вообще на покупки за веру. И здания дешевые. После храма. У меня веры нет вообще, я не ставил почти. Сейчас бах, ну блин, у тебя там... Я потом смогу набирать. А, плюс 6 туда бах. На чудо? На то, которое сверху или на которое снизу? На ум. Как ну, это на 6? Ну, между клетками. Чтобы две соседки. Мне нужна в Новгороде лавра. Я гляну. Там лесок еще. Для распространения религии своей. А, искра. Блин, а я взял счастье. Подождите, счастье. Священное место ходит рядом с рекой, блин. Ну и что? Этот не у реки, этот тоже будет не у реки. Какой я дебильный пантеон взял. Однако. Стоп, а зачем мне тут вырубать тогда лес?
Если у меня теперь тут священное место будет. Не надо мне вырубать лес. Не надо. Надо делать эти тут. Как его? Лесопилки. Значит, откроем, в общем, машиностроение. Надо три лучника. Где мне еще? Блин, а нафига я открывал теологию сейчас? Давайте тут службу. Так, из Саратова. Значит, нам из Новгорода не бегают. Из Новгорода надо отправить. Плюс 4 производства. Отлично. Отлично. Ну что? Еще торговец. Интересно, конечно. Блин, я такого еще ни разу не видел, как норвежец сейчас расселяется. Это просто... Просто красивая линия. По берегу. 6 городов ровненько в линию. А кто еще на море? На воде тут еще есть? Один город, ну, а давайте лавру тогда поставим. Где? А то мы все видим. Монумент. Персон. Вот здесь лавра. Чудо. Ну да, да. Нет, это персон. А где метка? Я ее не... А, не, вижу. Город. Я понял, почему он напал на немца. Просто там город больше не становился. Он такой, все, пора нападать. Смотри, он сейчас заход до захвата берет и ставит кучу районов в нужных местах. И они уничтожаются после захвата. Кур, скажи мне, что делать с этим шкадом? Ты мне как-то один не уступишь или не уступишь? Ну, если ты закажешь платную 100 монеточек, дашь, их там 50. Опять я, похоже, забыл. Три лучника не могут убить одного бессмертного. Ну, как... Ой, это не лучник, а арбалетчика. Ну, там, наверное, апгрейд есть на плюс 10 от дальнобойных атак. Да, есть. Ну, это 40 мощи. Арбалетов 35, по-моему. Давайте, наверное, 30 отправлять атаке. Уже к поляку. 45. Ну это ты имеешь в виду под олигархией и под генералом. Ну да, под генералом. Так, тут мы... Я очень удивился, когда он сказал, что они очень слабые. Они... Нет, я сказал, что они слабые в атаке. А в защите как раз они крутые. Ну, сейчас они в атаке, они мощные. Понимаешь? Ну, я понимаю, что там немцы захватывают. Я тоже ими захватывал людей. Но по сравнению с другими уникальными юнитами, там, с
легионом, с казаками. Бессмертные очень медленно делают, работают, потому что у них их атака слабая. Они хорошо стоят, да, но они постепенно выпиливают, но они это медленно делают. Мне вот это не нравится. Надо лавру строить, потому что... Я поставлю 7 городов, не хватит. Наверное. Надо как-то распространять религию все-таки. Не обрабатываю железо, потому что иначе я... Так это Invictus, ты там чем-то торговать хочешь со мной или нет? Я не понял. Сейчас, мне надо обработать шоколадку, подожди, Алексей. Все будет хорошо, родной, все будет хорошо. Будет тебе сладенького, будет. Фантом, предложение. Только мне оставь гипсик. Если будем ходить не полный таймер, вообще будет шикарно. Автомат поставлю, а то не успеваю тут ничего не посмотреть, не сделать. Так, тут... Давайте вот так сделаем. У тебя, Артём, осталось три города, да? Ну, это сейчас он столицу мою возьмет и все. Так, надо поубирать замочки. Тут стоят на еду, хотя тут уже, видите, нехватка жилья. Фантома, ты считал проекты, чтобы забрать, или тебе просто накапало? Не-не-не. Не есть чем заняться. Неприятно получилось. По какому поводу? Мне теперь дольше ждать, пока у меня появится религия. А, это же, по-моему, от эры зависит. Мне было до этого 30 ходов ты забрал. Вот, не 30 ходов, было до этого 30 этих очков. Стало 60 только что буквально. Ну, да. Так он и говорит, что от эры зависит, что это великий пророк я следующей вроде эры. Не вышел. Да не ты. Я там великие люди дают. Я понял, да. Вот это вам не стало приятнее. А никто и не собирался тебе делать приятно. Эх, я надеялся. Никто тебя тут не любит. Инвиктус уже там уже союзик. Да. И что, ты с кем-то заключил уже союз? Так, что это не хотел? Промышленную зону вот тут, заключим, да? С того, что это самый выгодный. Давайте подождем. Я хочу союзик именно с... Не знаю, с тобой, если я хочу союзик, честно говоря, без обид, но не знаю. Фантом, католицизм надо было брать. Какой протестантизм в Польше, ты чё? Ты чё? Я не фанат релиплея. Мне нравится простой, изящный крест. Был бы у нас здесь Рим, он бы на тебя обиделся. Да, по какому поводу? Ну, в Риме есть одно государство. Давай возьмем государство. О, эти ревусы. Ватикан. Подскажем. Так не, я сказал же Ватикан. Что вы думаешь, я тупой? Ну, в ЦИУ сложновато тупым, конечно, играть. Был у нас. Да, кстати, а что там за история? Я его, конечно, забанил. Что это? Вы с ним играли, он просто зашел и мешал. Не, он записался, как полагается.
У меня в группе. У меня в группе за... Это не был человек со стороны. Киберспортсмен какой-то. Так, может уже катапульты строить? Или побольше, блин, строить. Давайте строителей. Так, здесь мы отложим. Я хочу тут промышленную зону нет, сделать. Нет, наверное, неплохой, просто... Он под чем-то психоактивным был. У тебя когда египтянин будет в союзе? Я уже в союзах. Ну то давай посылай экономически, ну. А как же я? Я же лучше, чем он. Так, а ты поляк в союзе, что ли, уже? Нет, через три хода. Я согласен. Поляк, если ты мне дашь экономически, я согласен. Если нет, то будем думать, что осталось. Я ждал на экономически. Что? Я ждал тебя экономически. Поляк. Через три хода у меня появятся союзы, я заключу с тобой экономически. Мне даже интересно посмотреть на цифры будет. Invictus, тогда только другой какой-то. Другой ты мне не интересен. Ты мне интересен как экономический. Другой могу... В чем проблема заключить культурный или научный? Так, сколько у меня уже всадников будет? Шесть. Маловато пока. Образование открыли. Все, надо береться. Мои караваны уже бегают в Египет. Им там очень нравится. Смотрят на знаменитые замки, акведук, сфинкса в Кумбре. Оружейная. Два арбалетчика требуются, блин. Два универа. А, давайте пока стремя. Давайте с тобой конечно. Военный лагерь Пес. Надо строить. Раб. Могу я в Смоленский военный ты лагерь? Могу. Экономический, я рад. Давай, конечно. Или все-таки тут кампус поставить? Надо еще карточку зарашить зеленую. Это не сложно. Предложил тебе Invictus наш прекрасный союз. Длиною в жизнь. Алексей, ешь шоколадку, Алексей. Ну, предлагай. Я ж не знаю, что тебе надо из тех ресурсов, которые у меня там. Ну, мы же говорили только что, как ты не помнишь? У тебя всего один у меня есть. Фантом, а как ты ходишь там продлять со мной дружбу или нет? Мне дергаться нельзя, только продлять. Давай продлим, наверное, хотя... Может, все-таки нет. Не, давай продлим, я не вижу. А, я же хотел тут этот ставить, промышленную зону, блин. Универ? Не, так я с тобой... Два универа надо. Во-первых, у тебя есть соседи, то есть если что, я могу просто вписаться в распил. А во-вторых, мы что, где-то за мир, только перс у нас вармонгер. Ну, ситуация еще, смотри, может быть какая. Ты захочешь напасть, или готовишь армию, посылаешь ее, а мои соседи не захотят, чтобы ты сметал меня так быстро. И предпочтут, чтобы война затянулась. Подождите, я что-то пропустил ваш разговор. Араб тебе какие-то ультиматумы ставит, поляк, или что? Нет, это обозрение перспектив. Дипломатия, просто дипломатия. А где научные книжки, ребят? Оставили еще научные книжки? Нету вообще. Нету вообще научных ГГшек. Нету вообще научных ГГшек, Влад. Нету, прости. Я попутал с денежной. Кто? Научных нет, говорите? Нету. Две штуки. У тебя все-таки там есть все, я значит ты в правильном направлении. Это где? Пожалуйста, подскажите. Снизу. Да. Чтобы еще науку получать. Снизу-то где? У египтянина? Нет, у меня нету.
немцы. 101. 83 ты было, Берлин. Что осталось 101. А, значит, проверил. Потому что героический век дает... Норвег, некрасиво третий да, радиус выкупать. Чего? Ну, ты вот я поставил метку. Третий радиус выкупил. Ну, потому что тоже мы это не контролируем. Там есть какие-то супер правила, по которым он не выкупается. Да нет, правил нет, я просто говорю, некрасиво. Египет просто нападает и забирает этот город себе. Забрал. Вторую тоже поставил. Какой добрый Артём. Для всех поставил он, надеюсь. Да. А где второй? Первый вижу. А, далеко. Артём, Бандар Бруней твой же, да? Бандар Бруней мой. По нему проходить, если мы с тобой союзники. Есть еще шоколадка, ребят, кому нужен шоколадный барон Invictus? Invictus предложение. Так, все, можно миссионеров покупать здесь. Можно, в принципе, распространить город, распространить религию немного. О, блин, 70. Немецы, помоги по-братски. Ты помнишь, я тебе чем мог, тем помог. Да, как же тут так... Только что мне дал гипс клецкий. Что-то не открывается, а что... Сейчас, подожди, почему, что за глюк? А? Я право прохода попросил, я могу на себе тебе войну объявить и так пройти. Ну давай дождемся конца хода, если не получится, может монетку тебе надо бросить. Это только что был недружественный акт. Смотри. Почему? Араб. Ну, потому. Араб. Да, да, что? Глянь предложение. Ладно, я готов исправить свою ошибку, Алексей. Да не, не, не стоит. Не, ну деньги, которые давал, хотя бы забери. Ну, перепадай тогда только деньги. Остальное оставь себе. Я просто даже, честно, не уверен, что это, ну, типа, правильно. Ну, мне так... Отдавать блин, деньги? Я ж тут хотел. Нет, деньги правильно. Деньги театральную площадь поставить. Нет, подождем пока. Ресурсы. Ну, смотри, ты мне дал больше 300. Ну, и давайте вход хотя бы какие-то дам. То, что ну, там да, у меня мелочи есть. Давать, давай. Мокшу может посадить в Новгород. Спасибо. Лёша решил ничего не возвращать. Сразу видно. Спасибо, будет. Артём, да, спасибо. Ой, Леш, сорян, я что-то забыл уже. Говорит, помоги мне. Было бы больше. А потом я и про тебя забуду. Ладно, Леш, в следующей игре обязательно считаемся. В начале игры сразу передавай. Ну, могу, на ходу 40-м или 30-м. Так что там, тебя уже захватывают или что? Да, да, все уже. Столица через два хода. А, на следующем пойдет. Так, плюс 3 у него разведданные, это значит, что он вышел в книгопечатание. Не, странно. Откуда у него тогда... Ну да, в книгопечатании вышел. Интересно. Я утихомирил ваш гнев, Петр Великий. Чем? Я не видел никакого предложения. И Халецкий принимает. Халецкий принимает условия договора. А, да? Что-то я вообще
серьезно. Вообще не помню. Ну, спасибо. Что-то сплю, что ли, во время игры, что это? Так, а, собственно, немцы где забирают? Он ниже голландца, что ли, где-то? Так, куда мне бегают? Быдбищ, быдбищ. Давайте в Краков отправим. На самом деле у меня здесь место расселяться еще вообще ужас. Как много. Я просто думал, там все упор. Десять жителей. Я думаю, вот этот лес не вырубать на... Хотя мне вот кажется, может, перс выиграть. Ну, он прав в том, что он очень рано... Ну, то есть он себя очень сильно сейчас, по идее, затормозил. Ну, конечно, можно это быстро нагнать, но, как минимум, сейчас он немножко будет отставать. Ну, не знаю, чем он отставать будет. Четыре. Ну, он быстро догонит. Там просто еще реально место полно для расселения. И все это его как бы ни с кем не поделить. Из-за лояльности там никто точно ставить не будет. Пять даже будет. Да, я слышал, там, если ты влево поплывешь, там земля есть свободная. Для... Колонизаторская. Араб, мне нужен твой город, хороший, где твоя столица? Я просто скажу, мне тебе посылать. А вот иди своим воинам просто вперед. Да ты убирай своего этого строителя. Ладно, чё, спасибо за игру, все. Счастливо. И тебе спасибо. 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 Ты просто вверх иди, Invictus. Еще выше, да? Да. Ну, вообще, кстати, не лучший мой город, по идее. Ты когда выходишь с этой курс? Ты меня спрашивал? Я могу через 5 ходов выйти, если хочешь. Ну, выходи, мне же нужно с тобой союзник хороший сделать. Научные, допустим. Я, короче, не уверен, что это лучше для тебя город для каравана. Возможно, Джидда будет получше. Где Джидда? Что там по деньгам у норвежца? 453. Только у него вход. Девяносто три? Угу. У него все неплохо, но он, наверное, к Египту отправляет караваны. Да, к Египту жирные караваны обычно ходят. Так, давайте, наверное, апнем уже в рыцаря, да, без карточки наемников. И наемников открыть. Антон, давай мы с тобой тоже союзик сделаем какой-нибудь. Давайте, наверное, открою пока наемников, что потом... против? Ну, я думаю, что здесь мне рыпаться не стоит. Давай мы с тобой, допустим... У меня тут стоит... Почему я не могу с тобой союз заключить? Чего? Не вышел? Давай какой-нибудь этот религиозный. Давай. Вау, религиозный. Лукас, что? Писатели. Вот начались писатели, а у меня еще нету театральной площади до сих пор. Печатание пока откладываем. На инженерию. Надо где-то акведук построить. В Туле, например. Четыре хода акведук. А в Саратове 5. Больше негде. В Новгороде, конечно, мог бы тут построить. Но, по-моему, нафиг надо. Раскидал союзы. Принимайте.
Что-то мне ты ничего не кинул. А потому что с тобой есть варианты. А, ну мне культурный. Почему культурный? Потому что... Во-первых, культуры мне побольше. Что мы будем делать? А во-вторых, с гренадой. Вот это каждый из ваших районов производит дополнительное очко, если этот город проложен торговый путь к вашему союзнику второго уровня. Я против. Может сжечь? Зачем? Пускай стоит. Чем тебе она мешает? Чем тебе мешает? Железом. Тебе железо надо или что? Я тебе могу дать. Я тебе могу дать. Да в том-то и дело, что она мне два дает, а мне два не надо. Понимаешь? А поделиться... Ну объяви мне... войну, да. Разграбь клетку. Вот только такой вариант. Или просто объяви войну, тогда тебе ничего не будет давать. Тогда у меня у самого не будет железа. Я тебе могу дать железо. Я тебе могу дать железо. Поэтому ты объявил войну? Ну, гренай. А, чтобы разграбить, имеешь в виду? Чтобы сюзеренства не было. Ну и сейчас мы там пограбим. Блин, метка пропала. Вынесли немцы. Или он удалил метку? Нет, метка то персидская была. А, нет, это немец ставил метку. Где города этот? Ну, научная ГГшка. Религия, сколько? Ну, мне надо Смоленск распространить в первую очередь. Тут есть лавра. Поехали дальше всадников клепать. Не, ну акведук я не буду строить. Скажите вопрос, если я лян делаю ему апгрейд на аквакультуру, ставлю полеры на озере, это будет еще плюс 2 ставки? Чего бы это? Так у Лян же уникальное улучшение, а не просто плюс один от клеток. Если я правильно понял твой вопрос, конечно. Оно заменит. Ну то есть ты ставишь либо вот эти рыбные сетки, либо польды. Угу. А, так ты следующий, что ли? Под перса попадаешь. А, или он тебе обещал не нападать на тебя? Мы с ним еще будем делать союзы? Он обещал, я верю в него. Ты будешь ко мне караванчики отправлять? Кому?
фантом? Ну, парочку можно. Я бы просто, если ты не планируешь их отправлять, просто бы дружбу продлевал, а не союз заключал. Ну, меня, в принципе, это тоже устраивает. Ну, это вот так и сделаем. Ну, как бы, если вдруг на тебя нападут, я не хочу тебя пилить. Когда пойду тебя пилить. Ну, это компьютер предлагает договор, и поэтому... Как бы уже ситуация будет вынуждать. С ним. Опа. Invictus, как дела? А он и... Так, книга печатания открыта. Оружейную не ускорю. А вот два арбалетчика можно. Так, вообще мне нужны похожие катапульты строить. У нас с армией 700, 450. Блин, египтянин. Харе это... Как это? Слово забыл. Короче, строй армию. Что это за 90 сила? Халявить, халявить. Да, харе халявить. Но у меня вроде вокруг все друзья. Так до, это до определенного хода. Да, сейчас закончится... Ну, не сейчас. Сейчас заканчиваются союзы, и я бы на месте кого-то из твоих соседей тебя забрал. Явно у тебя не будет армии. Соседи у тебя есть разные хорошие. Блин, 90. В союзах с ним. 90. Сила 90. Блин, это. Не знаю, это два скаута у тебя там это... бегает. Для... Нет. Для Куды Заза красная тряпочка для Кура, так знаешь. Иди меня забери. Я от него далеко. У него города будут отваливаться. Я понял, Кордизаса, так как Сандро, только наоборот. Он с первых юнитов начинает идти воевать на мечниках, там, на бессмертных. Слушай, Фантом, я только сейчас твою плотскую видел. Ты его уже ставил, вот зная, что у тебя не будет одной клетки, да? Ну да. Это ж я вроде не выкупал. Он ближе же не лезет, там же в Роцлав. И ниже не лезет, там поздно. Ну, печально, конечно. Вы походили, ребят, потому что я прогружаюсь, ну, потому что ход закончился, да? Да, у нас уже таймер закончился просто. Ну, это, конечно, жалко, что Плотск тут стоит. У тебя бы мог тут быть кампус на месте Плотска, да? А так получается... Почему? Там ниже точно такой же ход. А, вижу, да, да. Точно. Налево инвикту своим военным, воинам точнее. Там будет получше, наверное, для тебя город Джида. Он не поселил всех губернаторов. Офигеть. А, то есть ты все-таки загрузился в конце хода? Да, он мне всех присадил. Только это, карточки не поменял. Сейв грузим или что? Не, секундочку. Сейчас посмотрю карточки. Главное, карточки, да, проверь, юниты не поапгрейдил ли. Купил за бабки катапульту. Чё за пример, зачем? Он просто Египет увидел такой, не, ну тут надо явно выезжать. Не, ладно, я пересажу губернатор, можете продолжать. Думаешь, уверен? Да. Ну ладно. Честь тебе и хвала, Инвиктус. Ну что ради этого друзить, да. Честь тебе и халва. Это же воистину хороший поступок. Только Курдизас мне еще до сих пор не принял предложение мой, Кур. И ты там в союзы входишь, да, потихонечку? Один ход. Следующий ход будет. Так, давайте наемники пока поставим. Хотя, блин, ради одного рыцаря, ну он 90, как бы 45 монет. Ну у меня пока только... А, вообще мне еще есть... Был рабочий, нет рабочего. Что-то он построил? Что построил, давайте не вижу. Поставим... Вот, содержание, где скидка. На один ход, у меня вон там средневековые ярмарки открываются. Значит, что-то так, очень рыцари... важно. И почему-то все войска он мне перекинул... Граница с этим, с Курдизасом.
Ну, я боялся его. Ломат. И арбалет. Но так. С войсками вроде разумно поступает. Чувствует угрозу. Идем в литье. 5 ходов. Мне надо строить катапульты. Эти 5 ходов. Вы понимаете, да, что еще никто не построил ни храм Артемиды, ни Колизей? Да. Там, по-моему, и эти сады очень поздно построились. Я сады уже... это ерунда вообще. Я о них просто очень долго думал, и никто их так и не строил. Колизей почему никто не строит, я не знаю. Потому что надо построить развлекательный центр с ареной. Ну еще желательно так его поставить, чтобы Колизей нормально работал, а не наверное как города. Не, ну это, это не так уж и сложно, потому что обычно в центре ставится Колизей вокруг него. Сколько он клеток? 6 действует? 5, кажется. 6? Если я правильно помню, то 6. Сейчас можно по себе посмотреть. 6 клеток, 6 клеток. Так, сколько у нас всадников? Я подумывал, но у меня тут как 1, раз 2, так, 3, 4, так 5, расположены 6, города, 7. Что особо и места под него нету подходящего. Блин, я все никак... Давно надо было Рейну прокачать. Блин, и... Да, 12 науки, ладно, нормально. Так, 140. Смотрим, 80. 111. Да, грустно у поляка. Это все в героическом. Но у поляка грустнее. Я пока здесь. Ты сейчас ходишь, да, Инвиктус? Нет. Так, производственная. Пингалу. Полинки пересюзеренил. Что вообще полинки дает? Город растет на 15%. Ну, я, наверное, поберегу пока. Послов. Фридрих Барбаросса мне предупреждение вынес. Прудезас, когда ты его вынесешь? Безобразничает компьютер. Ну, видишь, многие мешают, там куча разведок чужих, и пройти сложно. Куча разведов — это сколько? Один? Вот тут разведчик в виде пращника, просто разведчик Аравии. Я скоро уйду, честное слово. Объявляй ему войну, выноси араба. Дальше, чё? Вообще какие-то... Не слушаются. Опа. Не знаю, конечно, хотел империю поднять, а араб сейчас, конечно, можно вынести, но я не знаю, еще больше себя ослаблять не хочется. Ну, приходи, если хочешь.
Это плюс 5 от копья Фина меня, конечно, очень смущает. Давайте глянем, что там у казаков конкретно, чем они лучше кавалерии. Ты удалишь этого разведчика? Ну я сейчас попробую походить вправо, если где не смогу, тут? То удалю. Устраивает тебя такой вариант? Да. Цивилизация, ты просто пытаешь же Россия, какие, казаки. Так, у них 67 силы и 5 перемещения, да? У кого 50 на... У кавалерии 62. Нет, понимаю, они на 5 сильнее, чем кавалерия, так? И плюс они еще плюс 5 к боевой мощи при сражении на своей территории или рядом с ней. Партизаза. Еще и движется после атаки. Алексей, я даже без этой ГГшки уже 144 науки. Сколько? 144. Здравствуйте. Не, я просто думаю, что вы, наверное, не поставили карточку на соседство коммерческих районов. А я поставил. Потому что по-другому объяснить такое большое количество науки в связи с тем, что у меня кампусов меньше, чем у вас. И у меня только два кампуса у горы стоят. Только два. И то одна дает плюс 3, а другой плюс 2. То есть я думаю, что вы карточку на соседство коммерческих районов не поставили. Универ построил? Ну не везде. Два универа построил. Так каждый универ плюс 4. И что это? Плюс 8. Два универа. Универы, они сами по себе не так уж круты, типа. Лараб, а что ты объявил войну немцу? Я хотел пройти, но я забыл, что меня выбросит из его границ. Это было ошибкой. Ну, хотя я в любом случае не мог пройти, поэтому, может, и не ошибкой. Так, порох еще открывается, литье, ага, исследование будет, потом дипломатическая служба. Так, ну, Питер давайте попробуем обратить. Зачем ты стал снова этим пращником сюда, Египет? Блин, он на автомате, сейчас я его убью. Он просто союзником был немца и пытается наших удержать его. Вниз теперь, Инвиктус, вниз, или ты уже видел Джиду? Или строителя лучше. Огонь. Сейчас это пока. Это, по идее, самый нормальный город для тебя должен быть. Нафига мне миссионеры сейчас? Ну вот действительно, зачем? Я религии какую-то херню взял. Ну как, плюс 2 золота, конечно, за каждый хорд. И святилища, и храмы производят, но здесь, как бы, мне достаточно, да? Ну, кстати, у меня по культуре я хоть первый. Да, я еще и по культуре первый. Отлично. Все очень хорошо пока. Главное норвежца нормально забрать. Без убиваешь? Проблем. Слушай, а если он походил, его можно убить? Да, плюсик надо нажать. Ну, я его могу убить в любой момент. Там типа плюсик нажимаешь, и будет клобочка. Кур, ты мне... Нет, этот союз не принял, Кур. Блин. Тут как-то Рейна... бессмысленно сидит, по-моему. Ну хотя как, дает, конечно, плюс 12 науки. Ладно, давайте, блин, встретить 7 ходов. Вот тут сюда надо Магнуса, да и тут надо все вырубать. Меня это кто-то сидит. Я вот рядом с ним солнышко и отмена, больше ничего нет. Надо купить еще тут. У тебя не может быть такого, потому что ты с холма ходил на равнину. У тебя не может быть такого. Нажми отмену, подожди, нажми отмену, и потом должна пойти. Садника поставим.
Отмена пропала, появилась активировать, и все. Видимо, из-за того, что он раненый. Активируй. О. А, может быть, да. Может, из-за того, что он у тебя ранит, но я вижу, он так вот. Может, Вероятно, кстати. Неплохо. Так, персы все войну объявили, и Россия, и Польша, поэтому... Извините, это что-то автоматическое. Что? Кстати, зато я нашел Стокгольм. В каком смысле автоматическое? Кто кому объявил войну? Перс, походу, Египту? А, ну да, так как мы все в союзе с Египтом... Араб объявил войну. Не-не-не, это не от меня. Стокгольм зато нашелся, отлично. Ну, ребята, знаете ли. Так, дальше. Где тут кавалерия-то? Где тут кавалерии? Соседство коммерции, соседство кампуса. Театральной площади нет, священного вот промышленной зоны. Ну, давайте, может, первый посол пока отправим в Стокгольм. Пока он не будет работать, потому что с персом только тут 8 ходов война будет, но начать отправлять надо. Так, один ход до открытия литья отложим. Нам надо катапульт побольше. Так, у меня уже две катапульты, еще три строятся, еще одну надо будет. Шесть катапульт нормально. Шесть катапульт будет нормально. А вот если перс объявил сейчас сразу трем людям, у него же не стакается, правильно, бонус, он все равно на 10 ходов работает. Да, это просто от последней войны. Прикольно. Ну, то есть он может, например, одному тебе объявить войну, на следующий ход кому-то другому, то есть только на один ход увеличится длительность, а сам бонус останется, каким был, таким и останется. Строителя куплю, пожалуй. Ну, надо в Смоленске все почистить. Я как-то торможу с этим. Так, дайте глянем, убралось ли это. Да, только укрепление от обороны стоит. Все. Он открыл такие там книгопечатания, поэтому у него был бонус. Его Инвиктуса 146. Блин, а где? Он тоже карточку просто поставил. Тоже там Голландия, там как бы можно. Но у меня и на, как сказал Алексей, где? И на кампусы, и на эти, сейчас кончится золотой век, все упадет. Ну, так уже так все уже упадет. Пойдет. Там много упадет. Леша, не надо. Думаешь, его это остановит? Леша, ты персу объявил войну по той же причине, по которой я думаю? Ну я в союзе с Египтом. Я автоматом. Чё, чё, позже всех? А кому всё-таки перс объявил войну? В смысле позже всех? Все, все автоматически объявили войну. Египту. Ну, мне про твою войну только сейчас показала. Ну ладно. А там война будет или это он ускорился так? Нет, в июне я его убил, чтобы город забрать. Сложно. Пиреса дашь пройти по-братски?
Пожалуйста. Кто просит? Араб. Мы надеюсь, ты не забудешь, что я тебе дал проект. В Иерусалим тоже хотелось бы, кстати. Кидаю предложение. Сейчас закончится. Бандар Брюне еще где-то есть. Ну, ты и правда после рассинхрона тяжелее пошло. Ну, может, это еще, кстати, из-за того, что немец остался в игре. Веры в столице, веры от каждого святилища, от каждого храма. Последний город. Что там с религиями? Все по одному. Ставим. Почему у меня с каждым ходом откладывается мир с гренадой? Блин, я не знаю, мне так что-то не хочется тут вырубать. Все нормально. Тут производство хоть есть, какое-то было. Минус 5 стало, минус 6. Почему он в минус провалился? Да, там какие-то глюки, кстати, бывают с этими городами, государствами. Перцы, я думаю, это справедливая будет сделка. А вот и Занзибар, а еще где-то Бандар Бруне есть, кстати. Давайте Пингалу повышу. Может, Мокшу все-таки пересадить Лян? Взять Мокшу. Давайте в Новгород. А Лян в Астрахань. Здесь катапульту последнюю. Что это с быдвищем? Гранада душит или что? Да. Не, ну у меня фронт стоит, он просто рыцарем долбится. Все равно прикольно. Да. Нет бы юниты мне качал. Слушай, ну он серьезно на тебя нападает? Три мечника, два рыцаря. Я перечислю, у нас здесь стоит фронт. У него два рыцаря, четыре мечника, лучник. У меня шесть колясок. Ну не просто стенки стоят. Я как бы нападать тоже не беру желаний. Но ну, если у меня не получится с гранатой замириться, я поеду ее сносить. В смысле замирить? Ты имеешь в виду, что ты не можешь никак с ней замириться? Да, там минус 5, минус 6. Восьмой ход, по-моему. До сюзерени. Блин, ну вот... Кому нужен шоколад, ребят? Тот факт, что здесь нету... Мне рыцарем не на кого напасть. Блин. Никто
с шоколадной бородой. Может пойти на гранаду напасть? А мы с ними не встретились. Вот тут помочь брату поляку. Фигачим всадников. Один ход остался. Так, теперь у меня вопрос, почему я не могу делать дуболому? У тебя два железа. Или берсерки не заменяют. Бля, их вообще не было. Не, так у тебя железо, ты можешь себе только мечника строить. У меня оно одно же. Ну ты смотришь в городе, где военный лагерь или там нету ничего? Нет, там нет военного лагеря. Ну, просто... я не знаю, я не могу тоже, например, строить дуболомов. У меня тоже одно железо, только обработанное, и у меня нету военного лагеря. А я могу, хотя у меня тоже одно железо, нету военного лагеря. Может, подожди, а ты в мушкетеры вышел, может, норвежец? И как это... Ну, так это уже следующий, все. Теперь только мечники и мушкетеры. Поэтому танки с танками дебильно, что ты выходишь в танки, но почему-то коляски можешь строить. А со всеми остальными юнитами вот такое происходит. А зачем ты воинов хотел строить? Ну, я тогда тут отлетаю от казаков, когда мир закончится. Если мне кто-нибудь железо не даст. Есть добрые люди? Да. Там у персонажа есть любые ресурсы, Перс может даст себе и золото, и железо. Не, мне только железо нужно. Ну как скажешь. Кому отсылать? Я уже тебе кинул. Против кого ты будешь воевать? Ты Леша тут что-то хочет? Не знаю, тебе еще деньги кину. Денег у меня нормально. Какой добрый перс. Ну, я просто помню, что против меня тоже деньги кидали, поэтому я тоже почему бы мне не кинуть. Я не возражаю, все правильно, Курдезас. Ребята, можно хотя бы раз торговца получить или не судьба? Ну, купи его за деньги, чё ты. 1700 долларов, это очень много. Кстати, кто там рядом с Алексеем? Вы там тоже войска... Подготовьте в случае, если нападение. Амбар может сделать. Ну тут, правда, прибудет Лян. Она увеличит. Так, а вот здесь можно амбар. Да ладно, Курдезас, ну блин, это вот некрасиво. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!